Быть не может. Мам, поверить я боюсь, мне правда страшно происходящее, мне сносит башню. Мы за Украину и погибших пойдем под пули, мы еще можем драться, мы не уснули. Я скучаю по дому, по твоим теплым рукам. Война закончится и мы вернемся по домам. Все будут живы, мама, главная вера. Все будет в порядке, даю слово офицера. Мам, прости за седину раннюю на висках, я тоже сидею, но тут виноват страх. 25 лет от роду, а я как старый дед, взрослею быстро, а вроде недавно студент. Мам, я каждый день вижу, как гибнут люди, мне всех жалко абсолютно, даже тех ублюдков, кто здесь по дурости своей, кто родину хранит, кто за волю, а кто по приказу тупо стоит. Ты знаешь, мама, а мы весь России воюем, этих сволочей постоянно маскируют. Но трусливую рожу не спрячешь ни под какой маской, не скроешь идиотизм под твердой каской. Мама, ты не представляешь, как я хочу домой, меня уже достал этот бесконечный бой, эти животные, спокойно убивавшие бывших братьев. За что они воюют с нами? Что за проклятие? Мам, поверь, я боюсь, мне правда страшно происходящее, мне сносит башню. Мы за Украину и погибших пойдем под пули, мы еще можем драться, мы не уснули. Я скучаю по дому, по твоим теплым рукам. Война закончится и мы вернемся по домам. Все будут живы, мама, главная вера. Все будет в порядке, даю слово офицера. Тимофія. Тому що коли я його почула, а це був фестиваль барбівської пісні тут в Чернігові, я зрозуміла, що це неймовірно. У нас неймовірні діти, дійсно. І там, в АТО, і тут, в тилу, є справжні патріоти України.